Здравствуйте, друзья! Вы на канале Мисси Кэтч, меня зовут Александр. И сегодня 116-й день, как я изучаю английский язык. Продолжаем изучать. Я закончил прокачку навыка 8-го раздела. Давайте начнем прокачку навыка 9-го раздела. Один урок сделаем, я думаю, а потом начнем новые уроки. Да? Проверка планшета, проверка записи. Все работает. Старт. Минус 100 алмазов. Минус 100 алмазов. Далее. Мой брат женат. Вот это новость. Вот это номер. Мой брат женат. My brother is... Так. My brother is a married. Ну да, ведь женат. Хотя уже есть. Вот мой брат. My brother is married. Я думаю, никаких «э» тут ставить не следует. Так или нет? Я не помню. Мне кажется, да. My brother. My brother is married. Married, вот так. My brother is married. Ух, как оно класнуло по ушам. Чуть не оглох. Понизим наполовину. Я думаю, это не влияет на ваше восприятие звука, только на мое. My brother is married. Все верно. Далее. У вас есть карта? Do you have? Do you have a map? У вас есть карта? А какую ты карту имеешь в виду? Игральную карту? Карту мира? Или пластиковую карту? Do you have a map? Do you have a map? Здрасте, это что такое? Зачем мне? Надеюсь, это видно не будет. Уведомление из Telegram пришло. Все вроде поотключено, а тут на тебе. Do you have a map? У вас есть карта? Спрашивает нас девушка. Do you have a map? Извините, я потерялась. Ну как так? Взяла и потерялась. Извините. Excuse me. Можно sorry, но я думаю, excuse me тут будет уместнее. Ex-tax. Excuse me. I потерялась. А как будет потерялась? Lost. Excuse me, I lost. Ведь без I am lost это уже есть глагол. Excuse me, I lost. Хотя вот так и хочется am вставить. I am lost. Но это будет неверно, да? Я думаю так. Excuse me. I lost. Excuse me.
I lost. Если тут поставить M, то я тогда вообще ничего не понимаю. Excuse me, I lost. Вот почему I am? Вот я не понимаю. Почему I am lost? Если уже lost, это уже глагол. Но вот почему? I am lost. I am lost. Я потерялась. Ведь что сделала она? Она потерялась. Это глагол. Подлежащее и глагол. Зачем здесь еще первая форма to be? Am. Как это понять? Я не понимаю. Как это работает? I am lost. Очень странно. Ну, есть же уже I. Есть глагол lost. Все. Вот, допустим, I have. Мы же не пишем I am have. Ну, уже есть have. Иметь. Lost. Стоять. Стоять. Lost – это потерянный. Какой? Основное значение, да? Это прилагательное. Да. Доходит. I lost. Поэтому I am. Lost это какой? Потерянный. А ну-ка. Это ж не потерялось. Ну, типа. Lost. Так. Где мой lost? Потерянный, да. Прилагательное. Какой? Потерянный. Теперь понятно. Потерялся из-за тебя. Ну, основное это прилагательное. Да. Ну, теперь понятно. Теперь я вижу, что я ошибся. И понял почему. Я потерялся. У вас есть карта? Вот. I'm lost. Да, понятно. I'm lost. Do you have a map? Это те... Они совместили теперь, да? Два предложения. Do you have a map? Да, I'm lost. I'm lost. Я потерялся. Do you have a map? Я потерялся. Do you have a map? Мама, я хочу пирожные. Мам, I want пирожные. I want cupcakes. Я хочу пирожные. Вот так вот. Мам. I want cupcakes. Cupcakes. Мам. I want cupcakes. Нет. Я не женат. Вот так вот. No. Так. I'm not is married. Да? Точка. No. I'm not is married. I'm not is married. О, зачем я это is вставил? I'm not married. Зачем я это is втулил?
Я и сам не понял. I am not married. I am not is married. Ну да, молодец. I am not married. Ладно. Что-то как-то плохо пошло. Еще одна ошибка, и все. И я этот самый. И я все проиграл. У тебя есть 4 собаки. Ладно, будем теперь внимательней. Do you have 4 dogs? Do you have 4 dogs? Four dogs. У тебя есть 4 собаки? Do you have 4 dogs? Я люблю моих 4 собак так сильно. I love my 4 dogs so much. I love my 4 dogs so much. I love my 4 dogs so much. Я люблю моих 4 собак так сильно. I love my 4 dogs so much. Извините, я потерялась. А, это ошибка там была, да? I'm lost было. Excuse me. Excuse me. I'm lost. Help. Help me. Excuse me. I'm lost. Извините, я потерялась. Excuse me, I'm lost. Нет, я не женат. No. I'm not married. No. I'm not married. Извините. А, тьфу, извиняйте. Нет, я не женат. No, I am not married. Отлично. Это прошел. Далее. Твоя птица такая славная, София. Your bird is so cute, София. Your bird is so cute, София. Your bird is so cute, София. Твоя птица такая славная, София. Your bird is so cute, София. Нет, спасибо, я редко ем завтрак. No. Thanks. I'm really не тут M не надо. I really eat breakfast. Breakfast. Да? No.
Thanks. Are you really? Eat breakfast. Breakfast. No, thanks. I rarely eat breakfast. Да, верно. Верно. Ой, это кошка. Такая славная. Оу. This cat is so cute. Oh, this cat is so cute. Oh, this cat is so cute. Кот. Cute. Ой, эта кошка такая славная. Oh, this cat is so cute. Я редко ем острую еду. I rarely eat. I rarely eat spicy food. Spicy. Food. Да. I rarely eat spicy food. Я редко ем острую еду. I rarely eat spicy food. Бен очень милый партнер. Бен is really sweet partner, да? Бен is a, да? Ben is a really sweet partner. Partner. По-моему, так пишется все. Не знаю. Не уверен. Ben is a really sweet. Ben is a really sweet partner. Ben is a really sweet partner. Ты смотри, пока без ошибки. Ну, уже были ошибки, но вот тут. Тут без ошибки. Ben is a really sweet partner. И A я написал верно. И так далее. Далее. Это мой партнер Анна. This is my partner. Anna. This is my partner Anna. This is my partner Anna. Максим редко ест пирожные. Максим. Такс. Максим rarely eats пирожные, cupcakes.
Максим really eats cupcakes. Cupcakes. Максим really eats cupcakes. Максим rarely eats cupcakes. Я такая голодная, я хочу яблоко. I'm so hungry. I want an apple. Да? I'm so hungry. Я такая голодная. I want an apple. Я хочу яблоко. Так. I'm so hungry. I'm so hungry. I want an apple. I'm so hungry. I want an apple. Ой, Мурка, большая кошка. О, Мурка. Is a big cat. О, Мурка is a big cat. О, Мурка is a big cat. О, Мурка, большая кошка. Ой, Мурка is a big cat. Фух, прошел. Ты смотрите, завидное усердие, ну да. Это про меня, это я. 5 алмазов, 116 дней в ударе. В другой раз и новый урок. Начать. Обсудите. Yes, my wife is beautiful. Согласен, но ты меня перебил. Yes, my wife is beautiful. Точка. Восклицательный знак. Yes, my wife is beautiful. Да, моя жена красивая. Далее. Card. Card. Это вот так. Card. Что такое card? Карт. Это какая-то маленькая машинка. Тележка. Повозка. Повозка это. Телега. Повозка или тележка? Повозка. Или тележка. Тележка. Карт. Карт. А микрокарт вот игра есть. Микроповозки. Хе. Прикол. Карт. Карт. My boyfriend is handsome. Мой парень, мой муж или что? My boyfriend is handsome. А, то husband, муж, а handsome это славный, милый, дорогой. Не, подожди, дорогой это sweetheart, а handsome красивый, это как beautiful синоним, handsome. My boyfriend is handsome. Так пишется.
А, сказать надо. My boyfriend is handsome. Написал правильно. Мой парень красивый, да. Прекрасно. Sand. Sand. Так. Через A. Send. Отправлять, да? Send. По-моему, отправлять. Send. Песок? Чего? Как песок? Так это песок. Send это песок. Через A песок. Здрасте. Песок. Ну ладно. Send. Песок. Sand. Sand. Ну ладно. Песок так песок. София, you are so beautiful. София, ты такая красивая. София. You are so beautiful. Да? София, you are so beautiful. You are really beautiful, Sveta. Ты очень красивая, Света. You are really beautiful. Света. Ты очень красивая, Света. Sweetheart, you are funny and beautiful. Sweetheart, you are funny and beautiful. Sweetheart. Дорогая или дорогой. Ты смешная и красивая. Да, sweetheart, you are funny and beautiful. Забавная. Я говорю, смешная. Забавная. You are really handsome, Ben. You are really handsome. Ты очень красивый, Бен. Ты очень красивый, Бен. О, дорогой, ты такой красивый. О, handsome. You are so... как будет красивый. Beautiful, а второе как... Handsome, да? Ага. Handsome это красивый. Handsome. А тут дорогой sweetheart. Я попутал. Oh, sweetheart. You are so handsome. Да. Дорогая, ты забавная
и красивая. Sweetheart. Sweetheart. You are funny and тут handsome, не beautiful. Beautiful. Sweetheart, you are funny and beautiful. Sweetheart, you are funny and beautiful. Так, далее. Oh, sweetheart, you are so handsome. Oh. Sweetheart, you are so handsome. Дорогая, ты такая красивая, или дорогой, ты такой красивый. Oh, sweetheart, you are so handsome. Мария умная и красивая. Мария is smart Maria is a smart and a beautiful без a Maria is smart and beautiful beautiful написать beautiful, да? Beautiful. Maria is smart and beautiful. Beautiful. My sweetheart, you are so handsome. My sweetheart. You are so handsome. Мой дорогой, ты такой красивый. My sweet heart. You are so handsome. Дорогой, ты такой забавный. Это был сарказм. Или чё? Sweetheart. You are so funny. Sweetheart, you are so funny. Sweetheart, you are so funny. О, он такой забавный. О. He is so funny. А, тут же есть. Oh, he is so funny. Далее. Отлично. Да, я умная и забавная. Молодец. Yes. I'm smart and funny. Опять это тес. Yes. I'm smart and funny. Yes, I'm smart and funny. Я же подключал уведомления. Почему они повключались? Что происходит? Далее.
Моя девушка тоже забавная. My girlfriend is also funny. Так, my girlfriend is also funny. My girlfriend is also funny. А, все. Замечательно, идеальный урок. Я прошел. Все прекрасно. Так, отлично. Все. На сегодня все. Всем спасибо. Все свободны, кто был, кто изучал вместе со мной. До завтра.